have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки. Продолжаем экзамен. Мы с вами наконец-то добрались до хаба. Некоторыми усилиями, которые нам это стоило. Вообще, третий уровень. Такая штука совсем непростая. Хорошо. Будем мы сегодня с вами экспериментировать вот над чем. Да, откройся тогда уже. Еще. У нас есть... Нет, не ты. Вот ты. Loyalty. Заставляет кого-то следовать твоим приказам. Попробуем сегодня кого-нибудь захватить. В прошлый раз я пытался тыкать на скелетов, но позже, немножечко поразмыслив, я подумал о том, что возможно это из-за того, что они скелеты и у них нет мозга, который мы могли бы отвлечь или заморочить и всякое такое. Возможно, я не прав. Возможно, я просто рачила. И мне нужно было бы просто проверить это в тот раз, но я потыкал, не получилось, на нас напали эти самые скелеты, нам пришлось драться, мы отгребли чуток, потом они отгребли чуток. В общем, все сложилось довольно гармонично. Но на этом этаже у нас... Да хорош, пожалуйста, не лагай. На этом этаже у нас вроде как не скелеты... Нет, тут будут несколько скелетов. Особенно вон в верхней части там будет такой полулабиринт, в котором будет 2 или 3 скелета. Но у нас также здесь будут рептилоиды. И вроде как, если я правильно помню, мне говорили, что на этом этаже будет один спокойный зомби. То есть, ну, спокойный в смысле вообще не агрессивный, даже если мы его не будем трогать и всякое такое. То есть он будет вообще не агрессивный. Поэтому тут у нас вторая дверь, вторую давайте мы тоже откроем. Просто замкнем кольцо. В общем, наша цель — кого-нибудь поработить. Насколько бы это ни звучало. Попробуем найти какого-нибудь рептилоида или зомбака или еще что-нибудь такое. Серьезные опасения у меня здесь вызывают только синие перцы с двойными мечами. Их тут один или два, вот уж не помню точно. Мне кажется, что все-таки их два тут было. Но проблема моя с ними в прошлый раз заключалась именно в том, что они чертовски быстрые. Сейчас, когда мы вдвоем, я делаю некое умозаключение, что, возможно, мы сможем справиться не багом застрявшего чувака под столом, а по-нормальному. Я иду так потихоньку, потому что в прошлый раз рептилоиды мы встретили именно здесь. Я понимаю, что тут нет такого... Ну, не будет такого, что оно все... Да, ох, блин. Слушайте, ребят, не было лагов последние сколько? 2-3 серии было нормально, но в хабе началось просто что-то ужасное. Я думаю, куда мы пойдем в этот раз? В прошлый раз мы пошли в ту сторону. Давайте, может, в этот раз через шерифа пойдем? Там же у нас будет и вход в подземелье. Я думаю... Нет, сначала я, наверное, весь хаб оббегаю, потом пойдем в подземелье, потому что... Я думаю, так будет правильно. В подземелье у нас вроде как ничего страшного. О, я через бочку перебежал. Ну, там вот эти тварьки, их будет много, с ними точно придется драться, поэтому я бы, пожалуй, хотел бы сначала прибарахлиться немножечко. Что у нас с мечом? Я просто напомню себе. Меч у нас хороший. В общем-то, у нашего другалька вроде тоже оружие есть, пока он его не потерял. Знаете, игры за многие годы научили меня тому, что если есть вот такие вот штуки, из них обязательно кто-то полезет. Но в экзамене этого нету, спасибо. Так. Я карту хоть и помню лучше, чем остальные, потому что в хабе мы очень много тусили, но я ее помню не настолько хорошо, чтобы прям наизусть. Я примерно представляю, где что находится, но при этом... Я не могу сказать, вот, все, точно, теперь нам сюда, теперь нам туда. Мы сейчас частично исследуем. К тому же, когда я здесь был последний раз? Больше, чем полгода назад.
Так, кабинет. В кабинете у нас часы. У нас мыло и всякая фигня. Вилка и нож. Fork и knife. Ну, типа knife и fork. Fork, knife. Fork, knife. Fork, knife. Я, похоже, слышал, а? Fork, knife. Ладно. Серьезно? Ну, хоть это дали. О, тут флейл есть. Флейл я точно заберу, потому что, ну, у него, блин, у него отвратительная атака Crush и Pierce. Но с другой стороны, у него Crush и Pierce накладываются друг на друга. Она типа двойная. И еще. Так, другалек. У него, в принципе, нету оружки. Она заканчивается, потому что когда его вырубают, я не могу потом найти его оружку. Бронька, кираса, ну, кираса такой уже. Кстати, у тебя она. Да нет, но она тоже в хорошем состоянии. Наш другалек одет довольно-таки неплохо. Я предпочел все-таки отдать ему хорошую броньку, потому что, ну, я за него как-то в ответе, и в принципе мне было бы спокойнее знать, что он хорошо защищен. У него полная жизнь сейчас и хорошая бронька. Чего не скажешь обо мне. Вот. Половина хпшки, которая просрал, все-таки пойдя к Чубаке. Но я надеюсь все-таки найти здесь будто. Ой, блин. Так. С2. Так, блин, урод, больно же. С5. Блин, слышите это? Я применил на него эту фигню, но она не работает. Ой, ёлки. А, все, ты его ушатал. Давайте я пока с включенными мозгами похожу, посмотрим, как это все будет. У скелета ничего не было, кроме оружки, что ли? Кто-то там двери открывал. Так что, погоди, как у тебя дела? Да, у него все нормально, то есть его броню не пробили. Это, ну, там его ударили пару раз. Хе, костыль. Кто-то двери открывал, ходил, слышали? Звук этот. Сработала магия. Я не знаю. Ну, для меня это до сих пор остается загадкой. Оно как-то так через раз все работает. Так, тут дверь. Не, погодите. Сюда мы сейчас вернемся. Я хочу пойти в ту сторону, откуда выбежал. Ай! Блин, чувак, извини, еще раз прошлись по тебе. Он тут что-то охранял или он тут просто тусил? В общем, я хотел его захватить, этого другалька. У меня даже сработало заклинание, но при этом ничего не произошло. Ау! Но я тут ничего такого не вижу. Хорошо. Ну, можно видеть, как у них, типа, мозг пульсирует. Loyalty, loyalty, loyalty. С6. Может, С6 и на кого-то навестись? Не знаю, не знаю, не знаю, ребят. Уже которая серия, я пытаюсь разобраться с магией, а это сделано абсолютнейше неинтуитивно, к сожалению.
Что у нас тут? Вот, тут сундучок. Сундучок всегда хорошо. Ух ты ж, спасибо тебе огромное. Так, это у нас обычный... А, это Morningstar, кстати. Я думал, это Мейс. Наплечники 4,5-3-4. 4,2-3. Они лучше, чем мои. Неплохо. Неплохо. Спасибо. Так и будем ходить. Так, это у нас перегонный фильтр. Сундучок хорош. Ой, тут еще что-то есть, погодите. А, это пусто. Жаль. А тут больше ничего нету. Хилочка нам наконец-то прилетела. Да, она небольшая, но, по крайней мере, если меня еще немножечко коцнут, я, наверное, ее использую. Теперь я не в настолько отчаянном положении, как это могло бы быть. Хорошо, вовремя сюда заглянули. Это не коробки? Ну, то есть коробки, но которые я не могу двигать. Ну, а, тьфу ты, двигать могу, открывать не могу. Так, ладно, пойдем дальше. Сюда. Погодите, это комната? Нет, это не комната. Я еще сейчас изначально пошел в ту часть карты, которую я знаю меньше всего. Не то чтобы нарочно, просто захотелось в этот раз поступить по-другому. Тут нет сундуков? Серьезно? Это же явно... А, вон, стоп, есть что-то. Явно спальня какая-то. Так, фигурка. Фигурка, это, конечно, хорошо. Интересно, от слова фиг. А, вон еще один сундук, нормально. Надо просто смотреть открытыми глазами, а не так, как я. И вот еще сундук. Да, вполне, полно сундуков. Я захожу, я такой, нет ни одного сундука. Странно, куда все подевалось? Слышите, ходит? Скелетец какой-то ходит. Еще одна почивальня. Ну, давайте лутать. Мне бы что-нибудь... Ой, это сумка. Сумку я, кстати, возьму. Мне кажется, это хорошее приобретение. О, серьезно? Экспа прокачалась, ну-ка. Я получил замаскировать ум, чтобы его было тяжело. Это постоянно маскировать ум. Это Spirit Form. Угу. Мне не хватает еще кое-чего, да? Страх. Тут нужен Union, а тут нужен Coherence. Coherence. Так, давайте вот это вот пока что качнем. А насчет левела... Ну, у нас потихонечку идет. Мы Union сейчас качнем. И после Union нужно качать будет еще и третий магический навык. Не знаю, как это все будет выглядеть. Где я столько экспы возьму? Мыльцы. Так, ну вот эти рубашечки, они мне вряд ли где-то чем-то когда-то. Хотя синие штаны... синие, желтые штаны. Сейчас у кого-то на секундочку ёкнуло. Погоди, ты чё, дальтоник? Потом... А, не, нормально. А потом... Да не, он притворяется. Ну, тут просто лежат чьи-то шмотки. Кто-то сложил сюда штаны, рубашки. Личные вещи. Никакой брони, ничего такого нету. Хорошо. Двери открываем в знак того, что мы здесь были. Везде, где мы были, двери у нас нараспашку. Стой, стой, стой! Не надо, не надо их открывать! Есть! У меня получилось! Это синий чувак! Я его забрал себе!
Вот это сейчас круто вышло. То есть я говорил, что тут два синих чувака или что-то такое. Так, equipment. Хорошо. Вот как оно работает. Погодите, я не могу это сделать со своим напарником. Своего напарника мне нужно просить, чтобы он мне показал эквипмент. А этого чувака... Погодите. Я думал, как мне его заставить? Его просто двойным кликом можно заставить открыть эквип. Хорошо. Дай мне сюда мечи свои. Я ж два не могу носить до сих пор, да? Или могу? Ну-ка, парные мечи я не могу носить? Нет, парное оружие я еще носить не могу. Оно мне не прокачано. И, видимо, так и не будет прокачано в этой игре. Это очень печально. Потому что сколько мне экспы сейчас уходит на прокачивание опыта. С другой стороны, мы захватили чела. ЁПРСТ. Так, у этих мечей очень крутой дамаг. У них прям... погодите, такой же, как у нашего? Только у нашего еще и thrust получше. Блин, серьезно? Я не помню, что я находил что-то лучше этих мечей когда-то, но вот. Так, другалек, ты у нас, наверное, походишь. С чем ты у нас походишь? Что мне тебе дать? Ха. Наверное, сваты. Нет, я пошутил. Так, один. Знаешь что? На тебе вот этот меч. Это вот раз три. Thrust. Да, тогда тебе лучше проникающий вот этот. Ты с ним лучше обращаешься. Этот меч пусть у тебя лежит в запасных. А ты... У нас походишь с флейлом. Прикольно. Ему можно дать вообще все. И со щитом, да? И тебе щит. Все, отлично. Отлично. Чё у тебя за бронька? 4, 2, 3. Ну, бронька у меня, кстати, получше будет, чем твоя. Это я тебя не буду обворовывать. К тому же я не знаю, на сколько времени он с нами. Ох, перчатки-то какие. Слушай, давай, наверное, может, перчатками обменяемся? Ну, поскольку все равно это зомбак, я не знаю, сколько времени он с нами проходит, поэтому предлагаю немножечко его... Гамбизон, а наш сколько? У нас кожаное пальто, которое до сих пор типа... А, не, у нас тут такой же гамбизон, да? На два. Полтора. У него неудобство. Так, надо, дружище, одевай дальше. Чё по ногам? 2, 3, 2, 3,5. Это у нас будет вместо вот этих, которые 4, 2,5, 4. Ну нет, пожалуй, я эти оставлю, они очень хороши. На тебе обратно, на тебе перчатки тоже. Спасибо, что одолжил мне свои. Их же, извинишь, так получается. Мечи я у тебя заберу, дружище. Щит пусть у тебя просто в инвентаре пока полежит. Я не знаю, может, он тебе понадобится, не понадобится. Так, меч я у тебя забрал. Забрал, да, я такая вот бездушная скотина. Блин, у меня получилось синего чувака захватить. Я вообще на самом деле не думал, что это синий. Я вот с того расстояния думал, что это какой-то красный рептилоид и что такое. Но сейчас, когда я об этом думаю, да, здесь был один синий чувак, а второй был с другой стороны. Там, где... этот ремесленный квартал. Хорошо, значит, С2. Да, мне больше не надо знать, что вы думаете. Получается, этот другалек просто будет ходить со мной сейчас. Да, он просто ходит со мной. Мы сейчас в том районе, который я вам тогда когда-то говорил, что называется санаторий, не санаторий. То есть, я могу с собой таскать еще, ну, грубо говоря,
поскольку у меня хватит маны, я могу просто запрягать и таскать их с собой? Или можно только одного? Чтобы... Нет, наверное, можно только одного, да? То есть, грубо говоря, если я нажимаю двойку, двойка у меня срабатывает, как сначала обнаружить все мозги, а потом нажимаю двойку, и это срабатывает отменить. Если я срабатываюсь, если я нажму сейчас шестерку, то, по-моему, оно отменится, и он на меня нападет. Я, наверное, пока что так экспериментировать не буду. Это очень интересно, но мне кажется, во-первых, это было бы читерство, если бы я мог бы просто теперь в дальнейшем всех с собой... Ну, не всех, а хотя бы там, не знаю, человека 3-4 с собой еще таскать. А во-вторых... ну, даже не знаю. Ладно, ребят, кто знает, пишите об этом в комментах, пожалуйста. Мне было бы очень интересно узнать, могу ли я еще с собой народ таскать. То есть, сколько народа можно с собой таскать. Вот одного я зачаровал. Что будет дальше? Блин, ты не дверь. Вот это меня проглючило сейчас. Ну, не в том дело, что будет дальше, а в том дело, сколько я могу с собой таскать, есть ли у меня вообще такая опция. Это просто чеченно. Так, поножи. Шлемасик. Шлемасик, кстати, хорош. Шлемасик, кстати, хорош. А, погоди, у тебя... Что у тебя на голове? Легкий шлем. Ну, учитывая, что ты будешь за нас, наверное, стоит тебя приодеть, да? Ох, какое у тебя лицо-то. Синее. У тебя не только шмотки синие, у тебя лицо синее. Легкий шлем. В поношенном состоянии. На тебе... Ты со мной драться хочешь, что ли? Офигали! А зачем ты его бьешь-то? Почему он согрелся? Вот этого я на минуточку не понял. Почему он согрелся-то? Погодите, ребят. И почему на нас? Как ты... I'm good, хорошо. Вот этого я на секунду не понял сейчас. Ну и этот слот у меня освободился, окей. Ха. Это сейчас было крайне странно. 3, 2,5, 4. Но мне тапочки нужны. Мне нужно не сапоги, а тапочки именно. Хотя поножи... Мне просто вот эти поножи очень классные. Это, не леггинсы, а эти поножи. Поэтому я хожу в тапочках. Мне, может быть, латные тапочки нужно будет когда-то. Так, бронька. Бронька на 4, 2, 3. Ну, явно не такая хорошая. Хотя очень красивая. У него доспехи реально красивые. И каверидж у них неплохой, но все-таки нет. Погодите, а штаны? Такие же, как у нас. Все, хорошо. А, что произошло и почему чувак начал беситься? Он же за нас был, все нормально, мы тут тусили. Это очень странно сейчас все. То есть я думал, если чувак мне доверяет, то он мне доверяет полностью, а оказывается, что нет. Хорошо, в таком случае я рад, что мы успели отобрать у него его вот эти вот адские оружия, потому что иначе нам было бы очень фигово с ним драться. Так, опа! Вот этого я давно не видел. Вот этого я очень давно не видел. Что у нас в этой шкатулочке? Ключи у нас там были. Знаете что? Вот в этот вот... в этом кисете у нас уже что-то есть. В эту сумочку у нас пойдут стержни. Ой, там скелет шастает, погодите.
По-моему, к этому моменту, когда мы сюда уже приходили, у меня был развит навык парных мечей. И я у него как раз забирал. Или еще нет. Блин, я уже не помню, это было в том прохождении, я, честно говоря, тупо подзабыл. Это у нас другая часть этого прохода, где мы встретили синего. Там у нас будет вход в канализацию. А, погодите! Это случайно не тайная комната? Здесь это тайная комната. Да. Сейчас я только вспомню, как она открывается. Это свиток? Да, это свиток. Кому нужен защитник, когда у тебя есть великий Торис? Чего я ожидаю? Быть прославленным как герой? Если бы они знали то, что я натворил. Ну да, у нас подобные вещи были. Я слышу, где-то скелет шарится, ну. Какая-то из этих, да? Да, вот эта кнопка. Я вспомнил. Пока я не подошел сюда, я не помнил, что это такое, но сейчас я вспомнил. Чувак, что ты скажешь, не? Сундук я вижу. Я так и не знаю, для чего это приспособление, и даже мой напарничек не хочет ничего об этом говорить. Блин, такой сундук красивый, в нем такая фигня. Что-то у меня какие-то такие эмоции остались, как будто в прошлый раз я сюда пришел, и тут ничего не было. Или я ожидал большего, или я просто расстроен из-за того, что вот эта вот тайна. О, тут у нас есть шляпа. Просто шляпа и сумочка. Сумочку я еще одну возьму. Возможно, просто нашему другальку потом отдам эту сумочку. Вообще не проблема. Да, стержни. Стержни и синие как раз те, что нам больше всего нужно, если я правильно помню. Синие у нас питали оружие. Погодите, это в канализации я самозатачивающееся оружие находил, да? Я сейчас начал только вспоминать. У меня же было самозатачивающееся оружие и шоковое оружие. Вот эти два вместе взятые, они прям вообще зверские. У меня больше нет времени, и я не могу найти способ, как мне отсюда как уйти, не зная. Я отдам свою жизнь, ничего больше не имеет значения. Мне не получилось, у меня не вышло получить более мощный источник питания, поэтому мне нужно торопиться. Нужно исчезнуть навсегда за этими стенами. Меньше за что меня могут запомнить, за то, что я был хорошим физиком или что-то такое. Записки это классно. Записки это классно, потому что это приводит нас. Давайте вот шкатулки, какая из них больше? Вот это побольше. Давайте я ее тоже заберу. Надо немножко будет навести порядок в инвентаре. О, сундучок еще один. А, подшлемник. Шкатулка. Не, спасибо. Стол. В столе может быть что-то еще интересное. Шкатулка. Циркуль. Хорошо. Я, в принципе, доволен. Да, мы не нашли здесь эта кнопка. А, это рычаг. Он нас здесь запрет, да? Я сейчас на секунду испугался. Честно. Я на секунду испугался, подумал, типа, чё? Ладно, вход в канализацию. Вот он у нас здесь. Но нет. Пойдемте мы еще поисследуем именно хаб. У нас тут есть еще что глянуть, чем заняться. Механические двери. Да, по-моему, это те, которые... Это которые куда ведут? Погодите.
На рынок? Я не помню. Если на рынок, то я еще не хочу. Да, это рынок. Големом? Точно. А один вроде как нерабочий или что-то такое. Ладно. Открыли эти двери. Нормально. Вон там у нас... Да, вон вход в канализацию снизу. Мы сейчас идем, получается, по внешней стороне. Тут у нас будет то ли пару скелетов, то ли что-то такое на улице. Я говорю, у меня очень смутные воспоминания про эту локацию. Что-то помню, что-то не помню. Такое. Получается, что с каждым соперником изначально лучше его захватывать, обезоруживать, и только потом... Я даже не... Слышите это? Так, С... 5... С4. Я потратил на него. Я потратил на него это, но, видимо, поздно, он уже начал драться. Чё это такое вообще? А, клаб, серьезно? Так, ты вообще как? А то я тебя оставляю самого драться. Так, С убери вообще. Т... Не, нормально, его не пробивают. Его не пробивают, насчет него я могу быть спокоен. Шмотки у них такие себе, они похуже со всех сторон. Так что насчет этого переживать, ну ладно, не будем. Че это такое? А, это трубка просто, все нормально. Тут ничего. Возможно, и только возможно. Мне нужно реагировать, наверное, немножечко побыстрее. Так, шкатулка. Давай ключи сюда переложу. А это у нас будет для свитков. Если что, мы ее и отдельно выкинем вместе со свитками. Знаете, что было бы классно? Было бы классно захватить какого-то перца и пойти с ним на Чубаку. Может быть, даже вон того перца, который заперся от Чубаки в комнате, если бы мы его не убили... А захватили, было бы лучше. Но я на тот момент об этом не подумал. Да и я, кстати, не был уверен, как это работает. Я до сих пор не знаю, как работает захват. Потому что вот одного чувака мы захватили, по крайней мере, того, которого надо. Который очень мощный, и с которым я не хотел бы драться. Так, это с другой стороны открывается, да? А, не, нормально, сюда можно зайти. Где тут что? А, это просто, ясно, отхожее место. Открывайся. Решетки иногда очень тяжело схватить. Так, ну что ж. Лутанем здесь. Я не помню, что у нас тут такого хорошего. Я... Вроде как карта у нас была. Это офис шерифа, не офис шерифа. Ну, это явно комнаты допроса. Тут у нас тюремные клетки, все дела. По-моему, карту мы в прошлый раз нашли в офисе шерифа. Или что-то... ладно, не буду гадать. То было тогда, а это сейчас. Так что все нормально. Все такая одинокая бутылка. Ну-ка... Эх.
скажем так, структуру уровня я помню хорошо, а все вот эти мелкие закоулочки, я в них иногда путаюсь, поэтому посмотрим сейчас, как оно все пойдет. Ну тут ничего. Так, койка, ведро, все дела. Да, в камерах ничего нету. Да, да, я выйду, пожалуйста. Спасибо. Это нас к чему приведет? Фига себе тут решеток. Да схватись ты за нее. Шесть! Да ну я нажимаю, ну почему нет-то? Ну почему я ж... Вот мне сейчас ни за что прилетело. По башке сзади досталось. Все, ушатал? Ушатал, молодец. Вот серьезно, ни за что. Я, ну вот я нажимал сейчас С6. Погодите, С. Это же шестой у нас. 6. Мне на этого чувака надо было нажать. Я не знаю, как это происходит. Morningstar. Ну, у нее типа 2 пирса и 2 краш, но они плюсуются, получается. Ну, атака на 3, такое себе. Не, не буду эту штуку брать. Да, вот он, офис шерифа. Ой, блин. С. Да чтоб тебя, я стою, просто ловлю мордой, блин. Вот это все, что в меня прилетает из-за того, что я пытаюсь колдовать. Твою за ногу. Смотрите на его топор. Он, блин, величиной с него самого. Что это? С. 6. Ну почему это не сработало? То есть только что это работало. С. 6. Я не могу с ним ничего сделать. То есть если бы сказали, что это вообще не работает, ладно, черт с ним, я бы поверил. Но у меня же уже получилось сегодня одного... забрать чувака, сфигали. На тебе хедшот. Все, успокойся. Он тебя сильно потрепал? Не, нормально. Фух. Я не знаю. То есть, ребят, да, говорите, типа, кликаешь прямо на этого чувака. Я не знаю, каким образом это работает. То есть, я нажимаю С, нажимаю 6, кликаю на этого чела, кликаю, в принципе, в воздух, кликаю отдельно. Я не знаю, как это срабатывает. То есть... до этого оно сработало, по-моему, но я потом еще в записи обязательно посмотрю, проанализирую, как я поймал синего чувака, но не знаю, короче, как это. Да, карта у нас так и осталась в офисе шерифа, хорошо, хоть так. Стержень у нас был в синей сумке, да. Стержни мы позабираем. И я, если правильно помню, в прошлый раз у меня был дефицит этих стержней. Поэтому с ними надо бы поаккуратнее и накапливать их как можно больше.
Потому что в оружии используются исключительно синие батарейки. Молодец. Хорошо. Вот. Очень удачно, что наш напарник сейчас танчит. Пока мы пытаемся баловаться магией, он может оттащить на себя какую-то вот такую тварь зажравшуюся и, в принципе, не получить от него какого-то внушительного урона. Ситуация становится хуже. Да, это мы читали уже. Это было. Ювелирная коробка. Что, все, что ли? Тогда нате вам ювелирную коробочку. И, ну ладно, эту записку я у себя пока что подержу. Че у нас по поинтам? Нет, не это, ты. А, нормально, пол левела прокачалось. Можно будет. Тут карандаши. Я в ночной тиши точу карандаши. И пусть скажет, каждый точит 18 лет. Ладно, пока вы не оглохли, лучше перестать. О, шкафчики. Очень... Это ты у нас что поменяешь? Поножи? 4, 2,5, 4... Ну, типа, они на половинку похуже. Это они верхнюю часть, да? А, есть еще и сапожки выходят. И сапожки на... Ох, слушайте, а вот это хороший комплект. Да, да, это хороший комплект. И получается на 4... Угу, угу, угу. Согласен, эти лучше. Какие у меня там тапочки были? Ну, тапочки, они нафиг не нужны. Потому что у этого чувака тоже латные тапочки. И... О, вот это я помню. Легкая кераса. Она в офигительно хорошем состоянии. И при этом у нее каверидж очень хороший. Так, 3,5, 2, 2,5. Против этой бригандины, к сожалению, она не тянет. И спалдерс это у нас куда? А, это плечи. 4,5, 3,4. 3,5, 2,4. Так, вот эти получше. Но. Но. Погоди. Другалек. Ну-ка, эквип мне свой покажи. Вот это. Она на 5, 2,5, 4. Блин, она тяжелая, прям хорошая. Так, 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 хорошо. На плечнички 4, 2,5, 3,5. Ну, как бы... Ну, не знаю. Ну, на тебе. Ну, вот эта кераса... Блин, она красивая, но она слабенькая, она легкая. К сожалению. К сожалению, к сожалению. Так, знаешь что? Давай ты, наверное, у нас немножечко склянки наши потаскаешь. Баночки для сдачи анализов. Зигбрау возьмешь. Что еще? Карты Таро. Нет, 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 не, не. Не выкладывай их. Так, сумки, клунки, блин. А, стой, стой, погоди. Я вот это еще хотел тебе дать. Хотя у тебя полные поножи латные, да? Да. Тебе это не нужно, я тебя понял. Хорошо, вот это выбрасываем. Это пока оставим. Броньку, наверное, к сожалению, тоже выбрасываем. Ну, в смысле, к сожалению. Она нам не надо. Она красивая, но она нам не надо. Да, ну, наверное, к сожалению, потому что она красивая. А, кастрюлька? Закрытая. Погоди, это может быть интересно. И... Хм... Ну-ка там еще разочек насчет своего эквипа. Что у тебя по голове? По голове у тебя лучше. У него очень хороший шлем. Прям очень хороший шлем. Я не знаю, когда я смогу его поменять и на что я смогу его поменять. А вот эта штука, она тебе что заменит? Она не заменит, она добавит.
На локотнике. Погоди, а у меня есть вообще на локотнике? Четыре, два с половиной. Три. Отлично. У нас лучше, а вот эти достанутся тебе, потому что у тебя их вообще нету. Теперь мы хоть как-то защитили твои руки. Ну, хоть немножко. О, стержень. Стержень — это всегда хорошо. В сумочку кладем. Шишки собираем. В сумочку кладем. Хорошо. Опа-па. Здравствуйте. Мечик плетеный. На 3,5. Это, случайно, не такой же? Нет, этот круче. Но я возьму, потому что как запасной вариант. Почему бы нет? И мне кажется, вот эти перчатки будут хорошие. 4, 2. Кстати, они такие же. Embracers. 4, 2, с половиной, 3, с половиной. 4, 2. Да, у них против проникающего гораздо лучше защита. Поэтому, да. Че у тебя с перчами? У тебя же латные, по-моему, да? Блин, это мы удачно сейчас зашли. 4, с половиной, 2, с половиной, 4. Ну, в принципе, то же самое. Так, на, подержи пока что. Где у нас там были? Вот. А, у тебя этих вообще не было, что ли? А, вот в чем прикол, да. Они же не одевались. Вот, одеваем и одеваем еще вот так вот. Просто, ну, типа, добавляем неудобства чуваку. Не знаю. Ну, пусть он как пирожок этот бегает с кучей брони на себе. Я не против, так будет безопасней. Мне нужно, чтобы его не убили. Вообще, в идеале, я бы очень сильно хотел, чтобы в конце этого прохождения наш другалек остался жив. А если еще и я жив останусь? Это было бы вообще суперски. Хорошо, наконец-то у нас есть карта. Наконец-то у нас есть карта. Офис шерифа. Это вот эта штука? Черт, мне нужно немножко больше направлений. Тут у нас, грубо говоря, оружейная. Ага. Комната... погодите, комната вот такой вот формы. Мы не на север смотрим. На север это вот так. Значит, это будет где-то сбоку. А если бы она не была еще такой засраной? Это случайно не здесь я сейчас? Сейчас посмотрим. Я, наверное, сделаю скрин карты. Так, и тут у нас коридор с кучей дверей. Тут просто туалет. Погодите. Тут колонна. Погоди. Так, а тут? Что-то... А-а-а! Вот, стойте, 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 с тремя колоннами. Это выглядит как... Вот эта часть. Да, вот она. Все, отлично. Я нашел, где мы. Вот! Офис. Все, я смотрел на эту часть. Нужно было смотреть на эту часть. Я понял, где мы находимся. Ну, получается, тут мы все обошли. Тут были камеры. Можно еще сюда сходить. Это у нас другалек сбитый, которого мы запинали. Да, здесь у нас закрыто. Взял такой. Спасибо. Вот, здесь мы, по-моему, не были. Ну, или мне кажется.
выглядеть так, как будто не были. Сейчас посмотрим. Кираса. Неплохо. Как бы уже никуда, но... Батон. Ну чё, чуваки, побатоним? О, этот намордничек. Beaver Slash. В очень поношенном состоянии. Кстати, насчет намордников и поношенного состояния. Погоди. Ты у нас в немного поношенном состоянии. А у тебя... В хорошем состоянии. Где у нас там были эти фигнюшки? Здесь? Иди сюда. Иди сюда. Получается 4,5, 2,5, 3. Ох, офигенно! Держи. Вот это крутая штука. А мечи у нас... А, про мечи, кстати, у нас ничего не сказано. В каком состоянии, мы не знаем. В более-менее хорошем состоянии. Так, ладно. У нас есть еще парочка этих камушков. Наверное, использованные камушки. На, я тебе положу. Я не знаю, можно ли их заряжать или нет. Я на всякий случай это... Но немножечко улучшим наш намордничек. Ну, получается, ты у нас остаешься здесь, потому что мы наш улучшили. Да, здесь я не был, потому что дверь закрыта. Хорошо. Еще одна колода Таро в коллекцию. В музей Капитал Шоу Поле Чудес. Я уже не знаю, зачем они мне. С Таро вообще пока что никто еще ничего не говорил, не объяснял. Типа, как это все работает, не знаю. Так, это у нас нагрудная пластина. А ты тоже батон, да? Тоже батон. Жебатон. Значит, дверку открываем. И проходим... куда? Что это такое? Ой-ой-ой. Блин, мне показалось, что это какой-то молот интересный. Но тут есть флейл, да. Так. Всякие курточки, всякое такое, это все вроде как неинтересно, но может тут сундучек. О! Ты кто? А, это топор, которым дрался этот перец, кстати, да. Ну, я не сказал бы, что он какой-то прям хороший. Он большой и тяжелый, да, но ну, прям не знаю. Кстати, первую зеленку, которую мы нашли. А, что там по карте у нас? Куда мы просто отсюда попадем? Это у нас само по себе относительно закрытое пространство. Сейчас я тут долутаю. Я думаю, я знаю, куда мы выходим. Просто раз уж мы сюда забрались, мы вряд ли сюда вернемся. Надо сразу это долутать все. Кстати, боевой топор. Который довольно неплох. Я его возьму как запаску. Надо бы что-то сгрузить нашему другу. Тут ничего нету. Кандалы всякие валяются. Это тоже кандалы? А, это батон. Ну, это была, я так понимаю, что комната охраны. Сюда приходили за снаряжением. И всякое такое. Потом вот сюда шли через вот эту решетку к заключенным. Ну, выглядит топор гораздо лучше, чем он есть на самом деле. И сейчас отсюда мы попадаем к камерам, так я понимаю? Да. А от камер мы попадаем в кабинет шерифа. Который вот здесь. Он у нас находится... вот он у нас где. Вот эта большая территория. Хорошо. Получается, вот эту часть мы с вами полностью зачистили.
Пойдем мы тогда... Центральную мы тоже немножко... Мне кажется, вот эту мы тоже уже сегодня походили, зачистили, потому что мы от выхода пошли в эту сторону. Да, вот санаторий, вот тут мы синего чувака захватили, вот эта секретная комната мы здесь уже были. В общем-то, всю вот эту левую часть карты мы сегодня с вами облазили. Получилось в разы быстрее, чем в прошлый раз, когда мы исследовали хаб. Ну, оно и понятно. Я буду сейчас пересматривать запись, буду смотреть то, как я захватывал синего и как у меня это получилось. Пока что у меня ощущение полнейшего рандома. Как оно захватится, где оно захватится, что при этом произойдет. Потому что синего мы захватили, но почему-то при драке он пошел против нас. Но он на самом деле лупил скелета, а после того, как он лупил скелета, он еще и на нас наехал. Я что-то думал, что чувак будет прям с нами полностью ходить, но то ли это зависит от уровня его агрессивности. Хорошо, с той стороны у нас будет еще один синий. Возможно, у нас их, кстати, тут три, потому что мне кажется, что к проходу к големам там был еще один синий. Мне нужно понять точно, как захватывать перцев. Если вы знаете, напишите мне, как это, что это, точно, последовательно, потому что я пока что вообще в полнейшей панике. Все, ребятушки, на этом серию будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи, добра, бобра, всем молодушек, всем покеда.